Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Приглашаем вас совершить путешествие на передовую нашей битвы, на стройку экотехнопарка SkyWay. Вот прямо так, не вставая с дивана. Произведена установка на фундаменты и анкерных опор легкой городской транспортной системы, по которой будет осуществляться движение юнибайков и легкого четырехместного городского юнибуса. Успешный монтаж доказал возможность, озвученной генеральным конструктором SkyWay Анатолием Юницким, скоростной прокладки путевой структуры струнного транспорта до 1 км в сутки. Монтаж четырех металлоконструкций на обеих концах линии был проведен за время от 20 минут до 1 часа. Нет сомнений в том, что данные показатели не являются пределом и могут быть значительно улучшены при организации поточного строительства дорог SkyWay. В этот же день было проведено выставление в проектное положение и последующее бетонирование металлических промежуточных П-образных опор легкой городской транспортной системы. Продолжается и строительство грузовой транспортной линии. По состоянию на день съемки окончены железобетонные работы по сооружению всех ее анкерных и промежуточных опор. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и вы тогда сможете ощущать себя на острие технологического прогресса, сохраняя при том единство с природой. Ну и в конце концов, никто меня не поймет, если я не скажу своим, пусть и простуженным сегодня голосом: «Строй SkyWay, спасай планету».